Во Волге как-то беда случилась. Там дисциплина куда-то скрылась, и все курсанты ловить что толку. Вдруг разбежались по самоволкам, не ходят в школу и выпивают. Совсем майоров не уважают, при встрече чести не отдавают и распорядок не соблюдают. И нет... Чего нету? И нет разводов уставом утвержденных. Есть командиры, нет подчиненных, я обещал. Пришел товарищ и все исправил. Вокруг Авлуги забор поставил. А чтоб учились курсанты лучше, двоих отчислил на всякий случай. И с той поры все опять в порядке. Опять проверки, опять зарядки. Опять разводы, опять наряды. Курсантам жизни и другой не надо. Они не курят, не выпивают. Дардуки славу все воспевают. Я знаю город, чудесный город. Там нет заборов и нет майоров. Там нет разводов и нет нарядов. Мне в этот город ужасно надо. Но стоит вокруг Авлуги вечный памятник Дардуки, серый, как Дардуки на шинель, и не пускает. Спасибо. Вот. Ну, здесь вот я должен сказать, что как раз Валерий Андреевич Дардук, как теперь же, к сожалению, Царство Небесное, это один из, ну, по крайней мере, на нашем курсе уважаемых офицеров, несмотря вот на эту песню, ни одного курсанта он точно не отчислил, тем более двух. Вот. Но зато я знаю лично несколько человек, кого он, скажем так, спас от отчисления. Поэтому вот, ну, все эти песни он при жизни слышал, и мы с ним были друзья в соцсетях, так что он на меня не в обиде.